I
Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisheshanshunyavadi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chapter 6, Dhyana Yoga, text number 44. Читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, глава 6, Дхьяна Йога, текст номер 44. Пурбабхья сена тайнэйва. Пурбабхья сена тайнэйва. Приятэ хьявасоптиса. Приятэ хьявасоптиса. Насурапи йогасья, насурапи йогасья, шабда брама тивартате, шабда брама тивартате, пурвабьясена тайнева, пурвабьясена тайнева, приете хьявасоптиса, приете хьявасоптиса. Surapi yogasya, surapi yogasya, shabda brahma tivartate, shabda brahma tivartate, purvabhyasena taineva, purvabhyasena taineva, priyate hi avasopisa, priyate hi avasopisa. Surapi yogasya, surapi yogasya, shabda brahma tivartate, shabda brahma tivartate, purvabhyasena tenaiva, purvabhyasena tenaiva, priyate hyavasopisa, priyate hyavasopisa. Surapi yogasya, shabda brahma tivartate, shabda brahma tivartate, purvabhyasena tenaiva, purvabhyasena tenaiva, kriyate hyavasopisa, kriyate hyavasopisa, jina surapi yogasya, jina surapi yogasya, shabda brahma tivartate, shabda Шабда Брама, Шабда Брама, обряды предприятия.
написаны ведами. Веды написаны ведами. Ативартатея превосходит. Перевод. Благодаря этому божественному знанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют ведические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. В Шримад-Бхагаватам объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. Ахобата швапачвато гариян яджихва греева тате наматубьян тапуста пасте джухоу саснурарьян браману чурнам агринанти ете. О Господь, те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах и изучили все богооткровенные писания. Самым известным примером таких людей является Харидас Такур, которого Господь Чайтанья считал одним из своих главных учеников. Хотя Харидас Такур вырос в мусульманской семье, Господь Чайтанья наградил его возвышенным титулом Намачарьи, потому что Харидас Такур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, и следовал ему неукоснительно. Он повторял святые имена постоянно, а это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не может встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа, мантру Харе Кришна. Ом Агьяна Тхирандасья Агьянанджана Шалакая Чаксур Вилитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупакадамаям Дадати Свападантикам Вандеям Шри Гуру Шриятам Падакамалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Раганатам Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамшча Хе Кришна Карана Синдху Дина Банду Чагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндавинешвари Vrishabhanu stute devi pranamami hari priye Vancha kaupata rupyashya kripa sindhu paye vasha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Lord Krishna is describing Dhyana Yoga. Итак, мы читаем главу в Бхагавад-гите, в которой Кришна описывает Дьяна Йогу. We've already heard in detail the Karma Kanda path, Karma Yoga, Dhyana Yoga, and now we've come to Dhyana Yoga. Уже было в подробностях рассказан путь Карма Канды, Карма Йоги, Дьяна Йоги, и теперь мы подошли и послушали о Дьяна Йоге. So there's a progression.
in the first six chapters. То есть в первых шести главах описывается вот такая вот прогрессия от одной ступени к другой. Krishna is describing the yoga ladder. Кришна описывает лестницу йоги. One who is a devotee of Krishna is also a karma yogi, a jnana yogi, and a dhyana yogi. Тот, кто является преданным Кришне, уже является и карма йоги, и джняна йоги, и дхьяна йоги. Because karma yoga means we perform our duty without being attached to the result. Потому что карма йога означает, что мы выполняем свои обязанности без привязанности к результату. A devotee also does. A devotee is not neglectful of his duty. Преданный не отказывается от выполнения своих обязанностей. And the devotee offers the results of his work to Krishna. Он предлагает результат своей деятельности Кришне. A devotee is also a jnana yogi because a devotee also understands the nature of the Lord and His energies. Преданный является также и джняна йоги, поскольку он понимает, обладает знанием о природе Господа и его энергии. A devotee can apply the knowledge of the Bhagavad Gita and see how this material world is working under the control of the Supreme Lord. Преданный применяет знания, подчеркнутое им из Бхагавад-гиты, и видит, как практически работает весь этот материальный мир, как энергии Господа. The devotee understands the difference between the body and the soul. И преданный хорошо понимает разницу между материальным телом и душой. This is all jnana. This is all part of jnana yoga. Все это является частью jnana йоги. From karma yoga, by being detached from the results, one develops transcendental knowledge. Человек, находясь на ступени карма-йоги, через деятельность без привязанности к плодам, поднимается на уровень трансцендентного знания, джняна-йоги. And now we're hearing in the sixth chapter about джняна-йога, meditation. А в этой шестой главе мы теперь слушаем о джняна-йоге, о медитации. So a devotee also practices this yoga because a devotee, everything a devotee does is meditation. Преданный также занимается этим видом йоги, поскольку что бы ни делал преданный, это является медитацией. Devotee is always remembering Krishna, thinking of Krishna. Преданный всегда думает о Кришне, помнит о нем. This is meditation. Это и есть медитация. Everything he does, he works in the restaurant, cooking, cleaning, it's all a meditation on Krishna. Что бы ни делал преданный, будь то работа в кафе, уборка или мытье, это все является медитацией на Кришну. Devotees worshipping the deity or the devotees cleaning the floor. It's all meditation on Krishna. Поклоняется ли преданный божествам или просто моет полы, это все является формой медитации на Кришну. The mother is taking care of her child because the child is also a tiny part of Krishna. Мать заботится о своем ребенке, потому что ребенок является крошечной частицей Кришны. The mother wants to give the child also Krishna consciousness. И поэтому мать хочет также дать ребенку сознание Кришны. So there is also a lot of meditation there in being a mother or a father. Таким образом, воспитание детей в роли отца или матери может выступать как медитация на Кришну. So Lord Krishna had described what was required to practice this system of jnana yoga. Итак, Кришна описывает, что требуется для практики системы джняна-йоги. He said, you have to go to a secluded place, you have to go away from everyone, you have to take a deer skin, lay it on the ground and sit on it. В этой главе он подробно описывает, что для практики этого вида йоги необходимо удалиться в уединенное место, остаться в одиночестве, взять шкуру оленя, постелить ее и сесть прямо. And then you have to sit with your back straight. Сесть вы должны с прямо вытянутой спиной вот таким образом. Are you all yogis? Вы йоги? Sitting straight. Сидите ровно. No. We don't have any deer skins. У нас правда тут нет оленей шкуры. Right? Да. But don't close the eyes because you'll go to sleep. Ну не закрывайте глаза, а то вы все позасыпаете. And don't look too closely at everybody else. Look on the tip of the nose. Смотреть нужно на кончик носа. And like that, you have to sit and control the mind. И так вот сидя, вы должны контролировать ум. Make the mind steady. И сделать ум стабильным.
And of course you have to practice strict celibacy. Ну и безусловно нужно при этом строго практиковать целибат. And so Arjuna has four wives, and when he heard about this process, he thought, well, this I can't do this process. It's not for me. Арджуна, у которого было четыре жены, услышав о таких требованиях, он подумал, да что это за процесс? Он совершенно не для меня. But Krishna was saying, you can do it. It may be difficult, but if you practice. Но Кришна сказал, ты должен это делать. Это может быть трудно, но практика делает свое. So then Arjuna wants to know. He said, well, what happens if I try to do these processes? If I take to this path, but if I'm not successful, what happens if I fail? Тогда Арджуна задал вопрос Кришне, а что случится, если я все-таки приму этот процесс, встану на этот путь и буду идти по этому пути, но по тем или иным причинам не дойду до конца, то есть паду. I'm giving up my material life to take up this spiritual process. And if I'm not successful in this spiritual process, then I've lost everything. Я оставлю материальную жизнь и приму этот путь духовного совершенства. Но если я все-таки сойду с этого пути, я потеряю все. This sometimes happens when devotees come to our movement. Такое случается даже с преданными, которые приходят в наше движение. You know, you tell them, oh, just quit studying. You're studying at these universities. It's a waste of time. Just give it up. Just become a full-time devotee. Иногда преданному, который приходит в движение, говорят, что это за образование, ты учишься в каком-то там университете, какой в этом смысл, ты должен все бросить и стать полноценным преданным. Or maybe they're even doing business or something, or they have a job, and you tell them, just give it up, just become a devotee. Или у него есть собственный бизнес, или он работает на работе, и ему говорят, оставь все, стань настоящим преданным. And devotees are very convincing, and you know, people often do it. И преданный становится очень убежденным и думает, да, нужно, преданные люди так часто делают. И он уходит в храм, все бросает. You know, but then after some time, then something happens. You know, maybe they get married or something. И потом что-то случается через некоторое время, например, он решает жениться или еще какая-то причина. And they say, yeah, what about my family? How do I support my family now? И тогда он задумывается, как же теперь быть? Мне же надо поддерживать семью, как это теперь делать? Or even worse, they may decide that Krishna consciousness is not for them. Или еще хуже, он может подумать, что сознание Кришны не для него. I made a big mistake. I want to go back. Я совершил большую ошибку. Я должен уйти отсюда. I'm going to go back into the material world. Я лучше вернусь в материальный мир. But then I gave up everything. I have nothing to go back to. Но я все оставил, все бросил. Мне теперь не к чему возвращаться. So Arjuna was worried. He was thinking, you know, what happens if I'm not successful? Вот об этом беспокоился Арджуна, и поэтому задал вопрос, что же будет, если я не достигну успеха? So Krishna describes at the end of life, the situation anyway, at the end of life, if we're not successful. И он объясняет, Кришна объясняет ситуацию, когда в конце жизни, в момент смерти, человек не достиг все-таки успеха. If we can just hang on in the Krishna consciousness movement till the end of life, then there are two things, there are two alternatives if we're not perfect. Если все-таки такой человек задержался в сознании Кришны до конца жизни, то в момент смерти с ним может произойти два варианта событий. One is, if we've practiced only for a short time and not successful, then we take birth. First we go to the heavenly planets and we enjoy sense gratification for a long time. And then we come back to this planet and we take birth in a good family, a wealthy family. И если человек, первый вариант событий, если человек практиковал какое-то короткое время духовную практику, тогда в момент и не достиг успеха, то тогда в момент смерти ему дорога на райские планеты, он получает возможность неограниченных райских наслаждений, находится там какое-то время, после чего возвращается снова обратно на землю, где получает рождение в семье каких-то богатых людей. When Jayananda Prabhu first left his body, they asked Prabhupada, what was his destination? Jayananda. When he left his body, he died with leukemia. Когда Джайананда покидал тело, он умирал от лейкемии, он спросил
Когда он оставил тело, то преданные спросили Прабхупаду, куда он отправится теперь. So at first Prabhupada said like that, that he's gone to the heavenly planets, he will enjoy great opulence there for a long time, then he will come back to this planet. И Шрила Прабхупада вначале ответил так, что скорее всего он отправится на райские планеты, будет там получать какое-то время райские наслаждения, удовольствия, после чего вернется на Землю. And then he would continue and is a continue his devotional service from where he left off. И далее Прабхупада сказал, и потом он продолжит свое преданное служение с того момента, на котором остановился. But when the devotees described how Jayananda left his body, how he'd been hearing the holy name and he'd been taking Charanamrita all the time. Но когда преданные описали Прабхупаде, в каких условиях Джайананда оставлял тело, что он слушал святые имена, что он принимал Чаранамриту перед уходом. And how he'd given so much money to Prabhupada to print his books. Если принять во внимание, сколько он пожертвовал денег Прабхупаде, чтобы напечатать книги. And how at the time of leaving his body he had the deity's garland around his neck. И во время того, как он оставлял тело, гирлянда от божеств была у него на шее. And so then Prabhupada thought about it, he said, undoubtedly he has gone back home. Тогда Прабхупада сказал, несомненно, он вернулся обратно домой. So that's why if you go to Mayapur, in the Jagannath Mandir in Mayapur, you'll see they have a samadhi now for Jayananda. Если вы отправитесь сейчас в Майпур, там нет. В Джаганатхе Мандире вы увидите, там сейчас уже есть самадхи Джайананда Такур. Yeah, Джайананда Такур. Yeah. He is a saint, a modern day saint. Он современный святой считается, поэтому мы его называем Такуром. He was never attached to worldly material life. Он никогда не был привязан к мирской материальной жизни. Although he was born in a good family and he was educated, he was a graduate from university, but he just took an ordinary job as a taxi driver. Хотя он был рожден в достаточно обеспеченной семье, у него было хорошее образование, он закончил престижный университет, тем не менее он работал простой работой таксиста. When Prabhupada first came there in San Francisco, he was one of the first people to come and meet him. И когда Шрила Прабхупада приехал в Сан-Франциско, это первый человек Джайананда, который пришел повидать его. And he was the first person to give Prabhupada a big donation. И это был первый человек, который дал Прабхупаде крупное пожертвование. So Prabhupada appreciated his service so much. Поэтому Прабхупада очень сильно ценил его служение. So there's an example, somebody who had perfected their Krishna consciousness. Это был пример того, кто достиг успеха в сознании Кришны. But what if, you know, we're not so fortunate, we haven't quite perfected our Krishna consciousness? Но что ждет того, кто не так совершенен в сознании Кришны? So then Krishna goes on to describe somebody who's practiced yoga for quite a long time, but still not perfect. Далее второй вариант развития событий Кришна описывает для того человека, который достаточно долгое время практиковал духовную жизнь, но по тем или иным причинам не достиг совершенства. So the two categories: someone's done yoga just for a short time, and someone's done it for a long time. Итак, две категории людей. Кто-то занимался йогой короткое время, и кто-то занимался йогой длительный период времени. But still, neither of them are perfect. Not so easy for us to get perfect in our yoga practice. Но так или иначе, оба из них по тем или иным причинам не достигли совершенства. Поскольку это не так легко достичь совершенства йоги. So, Krishna says, if you practice yoga for a long time, then next birth you take in a family of transcendentalists. Итак, Кришна говорит, для тех же, кто практиковал йогу достаточно долгое время, в следующей жизни у него будет возможность родиться в семье трансценденталистов. And then from the very birth, immediately they become attracted to the principles of spiritual life. И с самого своего рождения он будет естественно привязан к принципам духовной жизни. It's mentioned here in this verse, such a person, they're not so much interested in the rituals.
здесь вот в этом стихе говорится, такие личности не испытывают никакого интереса к ритуалам. They're not interested in the early morning bath. They don't take a bath in the early morning. Они не испытывают интереса, может быть, омываться рано утром. Somebody was asking me the other day. They said, you know, I live in a wooden hut, you know, and I can't take a bath in the morning. So can I still practice sadhana? Тут меня на днях в одном городе спросили, а я живу в частном доме, у меня там нет водопровода. Могу ли я, ну, я не могу принимать полное омовение. Будет ли это, ну, влиять на мою садхану? Well, Madhavendra Puri didn't worry about. Madhavendra Puri за это вообще не беспокоился. Yeah. He was more attached to chanting the holy name. Он был больше привязан к воспеванию святых имен. So I told the devotee, I said, yeah, if you take a bath in the holy name, then that will be more effective even than just taking a bath in water. А я тогда сказал этому преданному, да, на самом деле, если ты полностью привязан к принятию омовения в святых именах, тогда тебе не нужно совершать полное омовение. The power of the holy name will cleanse the heart. Сила святых имен очистит сердце. Water will simply, you know, cleanse the skin. Вода может очистить кожу. But the holy name goes deep into the heart. Но святые имена проникают глубже, в самое сердце. So there are many rituals in spiritual practice. Итак, в духовной практике может быть много ритуалов. We perform a worship of the deity. Мы совершаем поклонение божествам. We offer our obeisances to the devotees. Мы предлагаем наши поклоны преданным. We chant Gayatri mantra 3 times a day. Мы читаем мантру Гаятри 3 раза в день. We have our different prayers which we recite. У нас есть определенные молитвы, которые необходимо повторять. But that we're told here that the principles of devotional service are more important than just any of the rituals. Но здесь говорится, что принципы преданного служения важнее, чем внешние ритуалы. And great devotees, they're naturally attracted to these principles of devotion. И великие преданные естественным образом привязаны к принципам преданного служения. Because in their previous lives, they've already done all of these rituals. Поскольку в предыдущей жизни все ритуалы они уже выполнили. They've already practiced all of these different things. They've been to all the holy places. Они в прошлых жизнях уже выполнили все, что нужно было. Они посетили все святые места. They've studied all the scriptures. Они изучили все священные писания. They've acquired all the good qualities. Они развили все хорошие качества. That's why they're able to chant the holy name. Вот по этой причине они способны воспевать святые имена. So sometimes we see devotees come to Krishna consciousness like that. They're naturally attracted. Иногда мы видим, как к нашему движению сознания Кришны присоединяются преданные, которые естественно привязаны к святым именам. There's one devotee I know, my god brother. He's means a Prabhupada disciple. He's an Indian bodied person, but he was living in America. Как, допустим, я могу привести пример моего духовного брата. То есть он ученик Прабхупады, он индийского рождения, то есть он индиец, но живет в Америке. So he was born in a Brahmana family in India. Он был рожден в семье Брахмана в Индии. And then he got a good education and he, you know, went to America and got a job in a big company in America. И он получил очень хорошее рождение, потом образование, он поехал и работал в престижной компании в Америке. But he was never happy, he was never enjoying it. Но он никогда не был счастлив и удовлетворен. And then he heard about Prabhupada. И так как-то он услышал о Прабхупаде. Prabhupada was in the news, and devotees were in the news, and he was hearing about the Hare Krishna movement. То есть в новостях о преданных говорили о движении Харе Кришна. So immediately he went there and he met Prabhupada, and immediately he gave up the job and became a devotee. Он немедленно сорвался с места, чтобы встретиться с Прабхупадой, потом сразу оставил работу и стал преданным. And he went. Prabhupada brought him back to India, and he
preached in India, and he built big temples in India, printed many books. И Прабхупада отозвал его обратно в Индию, он занимался служением в Индии, построил огромный храм, напечатал много книг, огромные храмы. He was naturally attracted to all the principles of devotional service. То есть у него уже есть эта естественная привязанность к принципам преданного служения. Because in his previous birth he had already acquired all of these good qualities. Поскольку в предыдущих рождениях он уже развил все необходимые хорошие качества. Prabhupada in the purport talks about Haridas Thakur. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада приводит пример Харидас Такура. How Haridas Thakur was constantly chanting the holy name. Как Харидас Такур без перерыва повторял святые имена. Even Advaita Acharya, who was the head of the Brahmins in Navadvip and in Shantipur, he honored Haridas Thakur. Даже Адвайта Ачарья, который был главой гор Брахманов в Навадвипе и в Шантипуре, очень уважал Харидас Такура. Although Haridas was born in the Mohammedan family, he was naturally attracted to chanting the holy name. Хотя Харидас Такур родился в мусульманской семье, он естественным образом был привязан к воспеванию святых имен. So when Advaita Acharya performed the shraddha ceremony for his father, he had to feed the brahmanas. И Адвайта Ачарья, проводя церемонию шрадхи по своему отцу, захотел накормить брахманов. And it is customary at such a time that you feed first the most elevated of the brahmanas. И существует определенный момент, в который нужно накормить наиболее возвышенного брахмана. So, Advaita Acharya fed first Haridas Thakur. И тогда Адвайта Ачарья накормил первого Харидас Такура. All the brahmanas were offended. They thought, "You feeding him? He's a Muslim. Why are you feeding him?" И там среди брахманов поднялось возмущение. Они сказали, "Кого ты кормишь первым? Это же мусульманин." But Advaita Acharya said, "By feeding him, I'm feeding thousands of brahmanas." Тогда Адвайта Ачарья ответил, "Накормив его, я накормил тысячи брахманов." So he had so much regard for Haridas because Haridas had such strong faith in the holy name of Krishna. Вот настолько Адвайта Ачарья ценил Харидаса, поскольку у Харидаса была сильнейшая вера в святое имя. Haridas didn't have to do anything else. He didn't have to worship a deity. He just had to chant the holy name. Харидас больше ничем не занимался, не поклонялся божествам, но он только воспевал святое имя. Of course, we cannot imitate such advanced devotees. Конечно же, мы не должны имитировать столь возвышенного преданного. Haridas was chanting three light names every day. It's 22 hours a day. Харидас Такур повторял 192 круга каждый день три лакха, и это занимало у него 22 часа в сутки. We have to remind ourselves to finish our 16 rounds. Нам приходится напоминать себе, чтобы закончить хотя бы 16 кругов. Therefore, we have to do other things. We do have to take part in some ritualistic ceremony. И также мы должны принимать участие в каких-то ритуалах и обрядах. We have to regulate our mind and senses through the process of deity worship. Через процесс поклонения божествам мы должны уравновесить наш ум и контролировать чувства. We have to do all of these different rituals in order to purify our consciousness. Поэтому для того, чтобы очистить наше сознание, мы должны выполнять все необходимые правила. We don't have that natural attraction for all of the principles of spiritual life. Поскольку у нас нет этой привязанности к принципам духовной жизни. Oh, we like some kirtan, we like some things. Не, ну конечно, нам нравится киртан, что-то мы любим. But you know, we can't do it all day, every day. Но мы не готовы делать это каждый день, весь день. Oh, that would be too much. Oh, that's fanatic. Для нас это будет уже чересчур. Для нас это прям фанатизм какой-то. But this is what we're talking about. The advanced transcendentalists, actually, they just want to do that every day, all day. Но это как раз то, о чем мы говорим. Возвышенные трансценденталисты могут делать это каждый день напролет. They don't have interest for anything else. И больше у них ни к чему интереса нет. So it's not that you have to be born in a Brahmana family. И это совершенно не означает, что для этого нужно быть рожденным в семье брахмана. Indeed, Prabhupada quotes this verse: "Aho bhatatva pachoto gariyan." Even you're born in the family of dog eaters.
still you can be the greatest transcendent. Именно поэтому в свой комментарий Шрила Прабхупада включает этот стих из Шримад Бхагавана «Ахо Баташва Пачугариян». То есть даже если человек рожден в семье сабагаедов, он тем не менее может стать возвышенным трансценденталистом. Шридар, Коловейка Шридар was not a brahmana, he wasn't born in a brahmana family, he was a poor man, but he was a great devotee. Как Коловейка Шридар, он не был рожден в семье брахмана, но тем не менее он был возвышен. Он был очень бедным человеком, но при этом он был возвышенным преданным. He had full faith in the holy name of Krishna. У него была полная вера в святые имена Кришны. He was constant. He was chanting so much also. И он также очень много воспевал. But he was also worshiping Mother Ganga. Но также при этом он поклонялся матери Ганге. He was not neglectful of his duties. Он не отвергал своих обязанностей. We have to understand our duty as devotees. Мы должны понимать свои обязанности как преданного. That we have to faithfully serve both Krishna and Guru. И должны с верой, с полной верой служить как Кришне, так и Гуру. We have to arrange our time and our day in such a way that we can remember Krishna. И мы должны организовать свое время в течение дня таким образом, чтобы можно было постоянно помнить о Кришне. If our material life demands too much from us, it makes it very difficult for us to remember Krishna. Если материальная деятельность, материальная жизнь слишком давлеет над нами, тогда нам очень трудно помнить о Кришне. If we're very ambitious to succeed in the material world, to get more money, to get a bigger position, then makes it very difficult for us to think of Krishna. Если у нас очень большие чистолюбивые планы, чтобы заработать деньги или получить, как достичь какого-то положения, тогда нам очень трудно будет помнить о Кришне. Devotee has to learn to focus the mind both on the material and the spiritual. Преданный должен научиться искусству концентрировать свой ум на балансе и материального, и духовного. We're not yet ready to give up all the material. Мы еще не готовы отбросить все материальные вещи. Therefore, there has to be some proper balance. Поэтому должен быть правильный баланс того и другого. And gradually, as we progress, as we develop more taste for spiritual practice. И развивая вкус духовной практики, постепенно мы сможем развиваться. Then gradually we can give up the material. И так постепенно оставим все материальное. We're hearing about great transcendentalists. Здесь мы слушаем о великих трансценденталистах. And in previous purport, Prabhupada spoke about Bharat Maharaj. В предыдущем комментарии Шрила Прабхупада приводил пример Бхараты Махараджа. How Bharat Maharaj became a deer, and then he became Jadbharat. Как Бхарата Махарадж сначала стал оленем, а потом родился как Джада Бхарата. So Jadbharat, he was born in also in the Brahmana family. Jadbharat также родился в семье Брахмана. But he behaved just like a foolish person. Но он вел себя как умалишенный. He didn't want to reveal himself. Он не хотел, чтобы его кто-то. He didn't want people to know of his advanced position. Он не хотел обнаруживать себя в том смысле, чтобы люди знали его возвышенное положение. So when his father would try to teach him things, he'd tell him like, after you go to the toilet, then you should wash your hands or you should bathe after going to the toilet. So he would bathe first and then go to the toilet. И когда отец пытался его научить принципам брахманической жизни, он говорил ему, перед тем, как, после того, как ты сходил в туалет, ты должен принять омовение. Он делал все наоборот, он принимал омовение и шел в туалет. His father would say, eat the food with your right hand. He would eat with the left hand. И когда его отец учил, пищу нужно брать только правой рукой, он начинал брать ее левой рукой. So father became very disappointed. You know, this boy is very difficult to educate. И тогда отец совершенно в нем разочаровался и понял, что этот мальчик не поддается образованию. So the mother and father, they were not too much interested. They thought this boy he's stupid, he's useless, he's not going to be very good. Not going to help our family. И тогда его отец и мать разочаровались в нем, подумали, он совершенно безумный, в нем нет никакого толку, то есть он уже не будет помогать семье, и из него не вырастет брахман.
You know, if the son is very good, you know, if he studies well, then the mother and father, then they're very attached. They won't let him go. Потому что если ребенок, допустим, подает большие надежды, хорошо учится, у него таланты, то родители держатся за него, они привязаны к нему и не дают ему уйти. But if the son is not good in studying, if he's always in trouble, then mother and father may say, go. Но если отец и, но если сын приносит одни лишь беспокойство, если он толком не образован или у него как бы особых надежд на него нету, то мать и отец наоборот говорят ему, ну, всего доброго. So it's actually good for our spiritual progress. То есть это на самом деле хорошо для духовного прогресса. Makes it much easier to become a devotee. Это так легче стать преданным. I think most of our devotees, I don't know about here in Russia, but I know in England, most of the devotees, they were from that kind of family, that kind of situation. The families, yeah, the Muslim. Я не знаю, как у вас в России, но по крайней мере в Англии очень многие преданные, кого я знал, они как раз попали, были в такой ситуации, когда родители их отправили поскорее. От них толку большой надежды не было. And so Judd Bharat, he had done this purposely, just so his parents would not be affectionate, wouldn't want him. Так вот, Judd Bharat, он целенаправленно так делал, специально, чтобы родители не испытывали большой привязанности к нему. But he had a problem. That he had a strong body, so they, when somebody saw him having a good build, they thought, we could use him. He's strong. He can work. Но у него было очень сильное такое могучее тело, и поэтому, когда кто-то его видел, они думали, о, он очень сильный, его можно использовать где-то в работах. In India during the Second World War, they were asking the Gaudiya Math. That they should give devotees to join the army to fight in the war. It's obligation, it's a duty for government. In the Gaudiya Math, the government were telling. Во время Второй мировой войны в Индии правительство из Гаудия Матха силой набирало преданных, потому что они были очень крепкого телосложения, хорошо физически подготовлены или обладали. But Bhaktisiddhanta Sarasvati said, no, he said, our men are too skinny and thin, they won't be good soldiers. Они пришли в Гаудия Матх, чтобы набрать себе людей в армию, поскольку им нужны были мужчины. Но Бхактисиддханта Сарасвати сказал, они худющие, и от них толку никакого нет, из них солдатов не получится так. So Judd Bharat, he had this strong body, and one king needed somebody to carry his palanquin. И также Judd Bharat, у него было очень сильное физически развитое тело, и тут одному царю понадобился один носильщик для паланкина. Prabhupada said, even when he was a young boy, he used to see his mother be carried in the palanquin. Prabhupada said, he used to see his mother. This king. As a young boy, Prabhupada used to see his mother be carried. То есть, еще будучи молодым парнем, он Прабхупада был мальчиком, я видел часто, как его мать носит палатку. It was the custom. То есть это обычай людей. Before they got cars and everything. То есть до того, как появились машины. And Prabhupada said even his mother, if she would go from one door to the neighbor's house, she would have the palanquin come to carry her. Прабхупада рассказывал, что даже если ей нужно было выйти к соседке через там улицу всего лишь, она нанимала паланкин. So Srimad Bhagavatam tells about this one king, Maharaj Rahugana, that he wanted some strong man to be one of the carriers of his palanquin. И вот Бхагаватам описывается, как один великий царь Махараджа Рахугана, ему нужны были очень сильные носильщики, чтобы носить его паланкин. So he saw Judd Bharat. He's got a strong body. И он увидел, о, Judd Bharat, у него очень сильное тело. Take him, bring him. He has to carry. Приведите его, пусть несет паланкин. So Judd Bharat was carrying along with the three other men. И Judd Bharat вместе с тремя другими носильщиками взялся за паланкин. And the king was riding in the palanquin. Царь зашел на паланкин. But there were some insects on the path.
Но на пути, на этой дороге было очень много насекомых. So Jadbarat began to... И Джадабхарат обходил каждого. He did not want to step on the insects. Он старался не наступить ни на одно насекомое. And the king was in the palanquin, and he was... He was having a rough ride. И царя там бедного штормило в этом паланкине. You know, just like if you're in some, you know, road where it's all holes, you know, and you go along the road. Знаете, это как будто вы едете по дороге, на которой выбоины и эти кочки, то есть вас трясет каждую секунду. And so the king was having a bad time. He shouted, "Hey, you stupid man! What are you doing?" И он в гневе оказался совершенно, он стал орать: "Ты глупец, ты что делаешь?" So then Yadbarat said that. You think you are the king. You think I am your servant. И тогда Джадабарата сказал ему интересную вещь. Он говорит: ты думаешь, что ты царь, а я твой слуга. But you're not the body. I'm not the body. Why are you worried about your body? Но я не тело, ты не тело. Что ты так о теле беспокоишься? Why are you worried about being comfortable in your palanquin? Что ты так сильно переживаешь о том, чтобы было комфортно в этом паланкине? This, you're riding there in this palanquin, you cannot remain there forever. А неужели ты думаешь, что ты в этом паланкине будешь вечно находиться? You will not remain the king forever. Ты не сможешь быть царем вечно. I am not your servant. You're not my master. Я не твой слуга, ты не мой господин. We are all the servants of the Supreme Lord. Мы оба слуги Верховного Господа. And these insects are also servants of the Supreme. И эти насекомые также слуги Верховного Господа. I am not harming you. Why should I harm the insects? Если я не беспокою тебя, почему я должен беспокоить насекомых? So the king was very surprised to hear all this transcendental knowledge coming from the mouth of this man. Царь очень удивился, услышав столь трансцендентное знание из уст этого молодого человека. Because the king was thinking that Jadbarat was just some fool, some dumb imbecile. Потому что этот царь думал, что этот парень молодой просто, ну, дебил, умалишенный человек. But then when he heard him speak about А тут он слышит такие духовно возвышенные темы. Then he could understand he was a great transcendentalist. И он тогда смог понять, что это великий трансценденталист. But he did not immediately reveal himself. Jadbarat did not immediately reveal himself. Но Джадабхарата тут же не открыл ему себя. The king had to, but through the force of circumstance, through the situation, it was that his transcendental knowledge came out and revealed to the king that he was actually a great devotee. Но через различные ситуации, примеры, Джадабарата открыл царю трансцендентное знание, которое было на самом деле великим преданным. So this is another example of a great transcendentalist from his previous birth who had a natural attraction to the principles of devotional service. То есть этот пример Джадабарата тоже пример великого трансценденталиста, который в течение нескольких рождений обрел такую привязанность к трансцендентному знанию, обрел вкус. So sometimes we see devotees come and they're naturally attracted to Krishna consciousness. Поэтому иногда мы видим, как некоторые преданные присоединяются и уже проявляют, обнаруживают естественную привязанность к сознанию Кришны. Almost as if they've been devotees in their previous life. Все они обязательно были преданными в своей прошлой жизни. And they naturally take to everything. They feel so much pleasure. They have so much enthusiasm for the practice. Поэтому они испытывают естественное наслаждение, энтузиазм от духовной практики. But then, maybe suddenly, sometimes they disappear. Но бывает так, что они внезапно исчезают. And we wonder what happened. И мы можем думать, а что ж случилось? They seem to be such nice devotees. А они были такими удивительными преданными. Where did they go? И куда они делись? So it is like some shadow attachment to
to the process of devotional service. It is not actually that they were great devotees or great transcendentalists, but they did have some attachment. Это была такая теневая привязанность. Они не были великими саду или преданными, это была просто внешняя привязанность. But then material desires again come up in the heart and they leave again. Go back to the material life. Материальные желания проснулись в их сердце, они снова ушли в сторону материальной жизни. Prabhupada said, it's like a tug of war. There's always a tug of war between Maya and Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада приводит такой пример. Это как перетягивание каната, когда канат тянет с одной стороны Майя, с другой стороны Кришна. Майя is saying, come and enjoy, come on. Майя тянет в свою сторону, приходи, будешь наслаждаться, приходи. Leave these people, come on, come with me. Да, оставь ты их всех, приходи, будь со мной. Come into my kingdom. Приходи в мое царство. And Krishna's pulling. Don't go, don't go. А Кришна тянет свою сторону, говорит, не уходи, не уходи. And so Krishna is stronger. Кришна безусловно сильнее Майи. But sometimes we don't listen to Krishna. Но иногда мы не слушаем Кришну. Sometimes we, well, I can become Krishna conscious some other time. Иногда мы начинаем думать, я смогу стать сознающим Кришну как когда-нибудь потом. Let me enjoy Maya first. Сначала я вот понаслаждаюсь в Майе. I can be a devotee later on. А позже я стану полноценным преданным. We often hear this, especially Indian people, they will often say, yeah, this is for the end of life. Особенно индусы очень любят так говорить. Это вот духовная практика, это для пенсионеров в конце жизни. At the end of life, we will be Krishna conscious. То есть вот под старость мы станем сознающими Кришну. First we need to enjoy. А сначала нужно насладиться. After we have enjoyed, then we will be devotees. А потом, когда мы наслаждаемся, мы тогда станем преданными. Prabhupada said, then the pig will be the best devotee. А тогда Прабхупада очень часто говорил, тогда бы свинья была самым лучшим преданным. Because the pig is enjoying greatest. Потому что самый лучший наслаждающийся это свинья. Pig is eating so much, the pig is mating so much, they're very happy. Свинья ест все, что угодно и сколько угодно, совокупляется сколько угодно. So this is the philosophy of the pigs. То есть, let me enjoy now, they'll be devotee. Наслаждаться сейчас – это философия свиньи. But somebody who has actually done devotional service in their previous life, they will have the natural attraction. Но те, кто действительно занимались преданным служением в предыдущих жизнях, у них есть естественная, природная привязанность. And they won't want to go back into Maya. И они не хотят возвращаться в Майю. They will remain steady in Krishna consciousness. Они продолжают оставаться стабильными в сознании Кришны. They have that taste for the holy name. У них есть вкус к святому имени. So generally it says, Prabhupada writes in Nectar of Devotion, devotional service is continued from the previous life. Таким образом, Шрила Прабхупада пишет в Нектаре преданности, что преданное служение продолжается с предыдущей жизни. Maybe all of us were doing devotional service in our previous life. Может, все из вас, может, каждый из вас занимался преданным служением в предыдущих жизнях. That's why we're here today. Вот почему мы здесь сегодня. But Prabhupada also said, if one simply pays attention, simply hears the teachings of Krishna consciousness, then they may be attracted and take it up. Но также Прабхупада говорит, что если человек просто слушает сознание Кришны, тогда у него может развиться привязанность. We may never have done any devotional service in our previous. Мы можем даже никогда не заним, мы может быть даже никогда не занимались преданным служением в предыдущих жизнях. But if we just simply take an interest in these principles. Но если мы проявляем интерес к духовным принципам. If we just try to be a devotee and to practice these principles. Если мы хотя бы пытаемся быть преданным и практиковать эти принципы. Then we can be successful even in this one very life. Тогда мы будем успешны, даже если это одна жизнь, когда мы соприкоснулись с духовной практикой. It doesn't have to take many lifetimes. Это не потребует много жизней.
We're not jnana yogis. We're not practicing the process of jnana. We're practicing the process of bhakti. Мы не гьяна йоги, мы не занимаемся практикой гьяна йоги, мы занимаемся практикой бхакти. Гьяна йога, that takes many lifetimes. Гьяна йога потребует много жизней. But bhakti yoga is like going in the lift. You get to the top of the building very quickly. Но бхакти йога подобна движению на лифте. Вы можете достичь верхнего этажа очень быстро. It doesn't have to take many lifetimes. И это не потребует, это значит, это не потребует много жизни. We just have to be sincere, we just have to faithfully apply these principles. Мы просто должны быть искренними и с полной верой применять принципы духовной жизни. And we can get success. И мы будем успешны. We have the greatest philosophy. У нас величайшая философия. We have such wonderful scriptures. У нас такие удивительные писания. We have the greatest founder, Acharya Srila Prabhupada. У нас величайший Ачарья Шрила Прабхупада. We have the mercy of the Panchatattva. У нас есть милость Панчататва. We just have to take, hold on to all of these things, and they can take us back to God. Все, что нам нужно, это просто держаться за эти вещи и так вернуться назад к Богу. Okay, any question? Большое вам спасибо. Может, есть вопросы? Between material and spiritual, that you don't become too much attached to the material. You don't become over, you should not over endeavor on the material. We should accept what comes naturally. Чтобы этот баланс поддерживать, необходимо не быть слишком увязанным, не слишком увязать в материальном, не совершать сверх попыток. То есть нужно принимать то, что приходит само собой. You have to make some time for your spiritual practice. И чтобы оставалось время для вашей духовной практики. You have to make some time to chant the holy name and to associate with the devotees. Нужно всегда выделять время для повторения святого имени, для общения с преданными. You cannot just think all times I have no time, I just have to work. Не должно быть настроения, у меня нет времени, я должен просто работать. You have to be able to make some time where you can chant the holy name and hear the scriptures. Нужно всегда находить время для воспевания святых имен и чтения священных писаний. You have to make time to eat, to get prasada. Должно быть время для того, чтобы кушать прасад, ну, готовить его, готовить и есть. You're going to eat. You have to make sure you eat prasada. То есть, когда необходимо есть, нужно питаться прасадом, обеспечить такую возможность. So don't sacrifice on these principles just for material life. Не жертвуйте своей жизнью, живя по принципу только для материальной жизни. Don't just simply think everything is for material gain. Material gain is the most important thing, and neglect the spiritual aspect of life. Не думайте, что только материальные аспекты жизни важны, а духовные аспекты не так существенны. This is usually the mistake which people make. Это самая распространенная ошибка, которую совершают люди. They think, no, I have no time to chant. Часто думают так: у меня нет времени воспевать мантру. I'll do it later, when I'm old. I'll do it. Ладно, я этим займусь, когда уже буду старым. Now I'm young. I'm got to work. А сейчас мне на работу надо бежать. But spiritual life also begins when you're young. Но духовная жизнь также начинается, когда вы молоды. If you practice spiritual life from the beginning of life, then it's much easier to become Krishna conscious at the end of life. Если вы начали духовную жизнь в начале своей жизни с молодости, тогда вам гораздо легче будет в конце жизни стать сознающим Кришной. We just came from Shackleton's. And there, I was asking last night the devotees, what age were you when you became a devotee? Мы только что приехали с Южно-Сахалинска, и вчера на программе я задавал вопрос преданным: с какого возраста вы присоединились?
присоединились к движению, стали преданными. And so there was the one man who said, I was 19, and then another man said, I was 17. Один сказал, я с 18 лет, другой, я с 17 лет. And then another boy was 10. Парень там один сказал, я с 10 лет преданный. And then another boy was 8. А другой сказал, я с 8 лет преданный. So that was in Sakhalin. Так вот, на Сахалине такие примеры. And they're still devotees. И они до сих пор преданные. So, you know, because they began when they were young, so they don't give up Krishna. Потому что они начали духовную жизнь, когда были еще совсем мальчиками, и поэтому они не оставляют сознание Кришны. Maybe 20 more years they've been devotees. Может быть, около 20 лет они уже преданы. So they appreciate Krishna consciousness. То есть они оценили сознание Кришны. That if you go simply on the material, then without any spiritual basis, then the mind won't be happy, we won't be satisfied, we won't be peaceful. Но если вы полностью погружаетесь в материальную деятельность, не имея духовной основы, тогда ум никогда не будет умиротворен и удовлетворен. But if you have a balance with the material and spiritual, then you will do your work, your material work, much better. Но если вы поддерживаете вот такой баланс между материальным и духовным, то даже занимаясь материальной работой, она будет лучше выполняться. Many people who are engaged in material occupations, their success is that they maintain a good sadhana. Многие люди, которые заняты в выполнении каких-то материальных обязанностей, они гораздо более эффективны, потому что поддерживают хорошую духовную садхану. Sadhana means the practice of the regulative principles of hearing and chanting. Sadhana означает регулярное слушание, воспевание, поддержание этих духовных принципов. And it makes it much easier for them to do their duties in the material world. И такая духовная составляющая помогает им легче поддерживать их материальные обязанности. Their minds are controlled, they're peaceful, they're satisfied. Их ум под контролем, он умиротворен и удовлетворен. A materialistic person, what does he do? He's going to drink, he's going to be intoxicated. He's going to be engaged in some kinds of sinful activities. А тот, кто полностью погружен в материальную деятельность, как он себя ведет? Он где-то хитрит, где-то принимает интоксикации, чтобы расслабиться, где-то еще чем-то занимается греховным. So when he works with other people, he thinks how to exploit them. Когда он работает с другими, он думает только как бы их эксплуатировать, как бы. He will not hesitate to lie and cheat. Он не останавливается перед тем, чтобы солгать или обмануть. He does not have any ethics. He does not have any principles. У него нет никакой этики и принципов. But a devotee is not like that. Но преданный не такой. So devotee can live anywhere. Поэтому преданный может жить где угодно. He can do any job. For the service of Krishna. И может заниматься любой работой для служения Кришне. Of course, we would not be a butcher. Не, ну конечно, мы имеем в виду, что мы не будем мясниками работать. But any honest work we can do. Подразумевается любая честная, благочестивая работа, ей может заниматься, можно заниматься любой. Devotee sees Krishna everywhere. Потому что преданный видит Кришну повсюду. From heaven to hell, liberation, it's all the same. Что в аду, что в раю, для него он освобожден одинаково. Because everywhere he sees Krishna and Krishna's service. Поскольку повсюду он видит Кришну и возможность служить ему. So in this way he can live in the material world. Actually, he's not living in the material world. Таким образом он живет в материальном мире. На самом деле он не живет в материальном мире. As we are Krishna conscious, we will see everything in relation to Krishna. We will see this as a spiritual world. Поскольку человек в сознании Кришны все видит связанным с Кришной, а это духовный мир. It's simply our mind that seeing something separate from Krishna. Только наш ум видит все отделенным от Кришны. So
So we have to learn to discipline the mind, fix the mind on Krishna. Поэтому мы должны научиться дисциплинировать ум и сосредотачивать его на Кришне. Krishna consciousness means we're conscious of Krishna. It means the mind is thinking of Krishna. Сознание Кришны означает осознавать Кришну. Это значит ум думает о Кришне. Arjuna had to fight, but first he had to think of Krishna. Арджуна должен был сражаться, но вначале он должен думать о Кришне. In the 8th chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, you do your duty, Arjuna, but fix your mind on me and fight. He didn't say give up your duty and just think of me. В 8 главе Бхагавад Гиты Кришна говорит Арджуне, думай обо мне, выполняй обязанности, но вначале думай обо мне и сражайся. Он ему не говорит, перестань сражаться, просто сядь и думай обо мне. Krishna first of all was telling Arjuna. Arjuna had asked about what is one's, how to know one's destination at the end of life, or how to think of you at the end of life. Вначале Арджуна задал вопрос Кришне, как о тебе думать в момент смерти. So then Krishna was explaining, whatever you think at the end of life, that's where you will go. И Кришна начинает ему объяснять, о чем бы ты ни подумал в момент смерти, такого-то бытия, такого состояния бытия ты достигнешь непременно. So Krishna said, if you think of me, then you will come to me. А дальше он говорит, если ты думаешь обо мне, ты придешь ко мне. So Arjuna think, oh, this is good. I'll just think of Krishna. I won't fight. И Арджуна обрадовался, но слава Богу, значит, можно просто думать о Кришне и не сражаться. Because Arjuna was trying to get out of the fight, he didn't want to fight. Потому что он хотел избежать любыми способами сражения, ему не хотелось сражаться. And Krishna is telling you, think of me, you will come to me. И Кришна ему говорит, будешь думать обо мне, придешь ко мне. So Arjuna said, "Yes, this is good." И Арджуна вдохновился, да, отлично. I don't need to fight. Я не буду теперь сражаться. But then Krishna says, "Yeah, think of me and fight." И поэтому Кришна потом говорит, да, думай обо мне и сражайся. Thinking of Krishna is the primary duty, and then the secondary duty is the fighting. Думать о Кришне это первоочередная обязанность, второстепенная обязанность это сражаться. We cannot just simply sit and think of Krishna. Мы не должны просто сесть и пытаться думать о Кришне. We have to be engaged in service. Мы должны быть заняты в служении. We are practicing devotional service. Мы должны практиковать преданное служение. There has to be activities. Это означает деятельность. These activities we do them in Krishna consciousness. И вот эту деятельность мы должны совершать в сознании Кришны. So. We have to have that good practice. We wake up early, chant, and then in the day you can work for Krishna. Для этого у нас должна быть хорошая духовная практика. Мы должны рано вставать, воспевать святые имена, и потом работать для Кришны. Both the material and you could say material and spiritual. Material duties, they are also purified. И поэтому мы говорим об обоих, об балансе двух, то есть и материального, и духовного. But then gradually, towards the end of life, you can give up the material. Но постепенно к концу жизни вы оставите все материальное. Just like Arjuna, but after Krishna left this world, then Arjuna, along with his brothers, they all went to the Himalayas. Так же, как Арджуна, после того, как Кришна оставил этот мир, он вместе со своими братьями ушел в Гималайи и оставил все. They left everything. Он все оставил. That's at the end of life. Но это было в конце жизни. Это так. Okay, any other question? Еще вопросы будут? Yeah. Можно? Пожалуйста. Yeah, okay. Пожалуйста. Как это думать о Кришне? Yes, Lord Chaitanya has taught us how to think of Krishna by chanting his holy name. Господь Чайтанья учил нас думать о Кришне, воспевая его святые имена. This is the most important, in fact, this is the way of thinking of Krishna in this Kali Yuga. Это очень важно, и это путь идти к Кришне в Кали-югу. There is no other way actually in this age of Kali. На самом деле нет иного пути в этот век Кали. So most important is the chanting of the holy name. Поэтому самым важным является воспевание святых имен.
then naturally you will think of Krishna. И вы естественным образом думаете о Кришне. You have to keep chanting. Продолжая воспевать. Вы должны продолжать воспевать. Loud chanting. Громко воспевать. The louder you chant, the more powerful it becomes. Чем громче вы воспеваете, тем больше силы это принесет. Don't worry about your neighbor. А не беспокойтесь о соседях. You're giving the greatest mercy. Так вы им больше милости дадите. Tell them be happy. Скажите им, будьте счастливы. No. Нет, не важно, каждый год. You can create the holy dham here. Вы можете создать святую дхаму прямо здесь. What do you go to the? Why do we go to the holy dham? We Почему? Go to the holy dham to associate with the devotees. Зачем вы хотите ехать в святую дхаму? Для того, чтобы общаться с преданными. But you get so many devotees here. Насколько я вижу, здесь очень много преданных. You can associate with the devotees here. You have the Vrindavan atmosphere. Вы можете, общаясь с преданными, создать здесь атмосферу Вриндавана. If you go to the holy dham, you go to the holy dham, then you sit in the restaurant in the holy dham. Обычно некоторые едут в святую дхаму, а потом там по пиццериям сидят. So here's the restaurant, you know. Ну вот здесь вот, пожалуйста, есть кафе у вас. The same. То же самое. We go to the. Some people think go to the holy dham just simply to take a bath. А многие думают, что съездить в святую дхаму, чтобы там помываться в священных озерах. So such people are described to be like a foolish animal, like a cow. Но такие люди в Бхагаватам описываются как глупые животные, ну как корова. The purification in the holy dham is by hearing and associating with the devotees who live there. Очищение святой дхамы это значит общаться и слушать преданных, которые живут там. But you have so many devotees here. Но у вас так много преданных здесь. Why you will go there? А зачем ехать туда? Once in a lifetime, Prabhupada said. Once in a lifetime, it's nice if devotees can go. Прабхупада говорил, что, во-первых, в конце жизни можете поехать в дхаму поселиться, во-вторых, он говорил, что хотя бы раз в жизни можно съездить в дхаму, и для этого достаточно. Because then you can bring the mood of the dham here. Потому что потом, съездив туда, вы можете принести настроение дхамы сюда. Yeah. So many people have been to the dham, and they're bringing the dham here. They're bringing the mood of the dham. Много людей посещают дхаму и затем привозят, приносят с собой настроение дхамы. We have Radha and Krishna. You can see this just like the holy dham. Видите, у нас тут святая дхама, Радха с Кришной. Everywhere the people are eating Krishna prasada. Везде тут за каждым столиком преданные едят Кришна прасада. Deity is there. Божества. Chanting of the holy names, Bhagavad Gita. Воспевание Бхагавад Гита. Maybe different devotees, different people, different faces, but the same activities. Может быть разные люди, разные преданные, но деятельность та же самая. Yes, if you can go to the holy dham, it's no harm, but нет вреда, чтобы посещать там святую дхаму. We can get the same things. Но мы можем здесь обрести те же самые вещи. We don't send all the devotees to the holy dham and then nobody is here. Не должно быть так, что мы отправили всех преданных в святую дхаму, а здесь никого не осталось. If everybody goes to the holy dham, then how do we run the restaurant? Если все уедут в святую дхаму, кто будет поддерживать ресторан, кафе? Who's going to preach here? А кто здесь будет оставаться проповедовать? So many Russians are there. Там так много русских.
Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai.